Итак, всем привет, ребят, с вами Flutter Grain, и мы сегодня играем в Spike XZ. Или как-то так. Короче, мы походу играем за Спайка, и... А суть в том, что у нас сверху Pinkie Pie, и мы, видимо, должны к ней забраться. Но вы не видите, к сожалению, Pinkie Pie из-за того, что моя вебка мешает. Извиняюсь за это, я не успел перед записью... ее немножко хотя бы уменьшить, но суть в том-то, что просто не успел. И я не могу теперь в программе записи порыться, потому что игра просто не позволяет. Надо через 10 вечера. Удачи. Это было страшно. Это было очень страшно. А, окей. Теперь убежи. Ну, я пытаюсь как... А, окей, все. А, по два раза, я понял. Просто приходится по два раза нажимать, лол. Не понял прикола. И где экранчик? Это походу все. Я не знаю, просто... Это достаточно странно, на самом деле. Я проверю еще раз. Просто и есть всего две части. Вы не думайте. Мы поиграем в обе части. А то я возьму, разделю, и получится... Ай-яй-яй. И получится так, что... очередной будет видосик, который длится слишком мало времени. Нет, это всегда берет за душу прям. Так, теперь давайте попробуем так, как должны быть. И мы никуда не попадаем, отлично. Я считаю, это лучшая экзоигра, в которую мы вообще играли. Spike Game выключим. И давайте начнем вторую часть. Я эту игру, кстати говоря, нашел, потому что один из подписчиков мне написал об этом. Про эту игру, это раз. И это два, был какой-то чувак, который запилил на это обзор целый. И в какую сторону мне бежать, тут как бы с обоих сторон там Pinkie Pie, там Pinkie Pie. Окей. А в чем прикол? Типа... Что ж, вернулся ради еще? Только одна вещь есть, которую тебе нужно знать. Ты умрёшь со Спайком. What the fuck? What the fuck is this, man? Короче, ребят. С вами был Flutter. Спасибо за просмотр. Всем удачи.